я здесь суперзвезда, я Роксана Волчица. Суперзвезда Роксана. Ты... Тебя зовут в мешке Фредди. Я не думаю, что в этом мире существует какой-нибудь человек, которого зовут в мешке и который написал песню. Черт. Ну конечно, ведь это же не со мной сделали так много мемов. Мемов? Фредди, типа мемов САС? Ладно. Как правильно пишется ЕС? ЕС? А как пишется ЕАС? ЕС? Еще раз, как пишется ЕАС? ЕС? Ты что, дурак, что ли, мем? Так как правильно пишется ЕАС? ЕС? Так как пишется ЕАС? ЕС? Что бы я ни перепробовала, но никто не хочет дружить со мной. Да, мне как-то все равно на твой конфликт, но эй, ты же не самая уродливая. Так ведь, мама? Тебе зубы меш... Как ты думаешь, что он слушает? Тяжелый рок или что-нибудь хайповое? Черт, снова отключили электричество. Не боись, оставь это мне. Че за хуй? Я целиком проглотила фонарик. Это ограбление. Выворачивай карманы. Я не могу. Что? Я не могу. Я тебя рыло разнесу, если ты этого не сделаешь. Я не могу. Она была все для меня. Она использовала меня, а потом бросила. Братан, я не знал. Такого нет в сценарии. Сколько стоит вселенная? Я мог бы купить целую вселенную и стать в ней королем. Что бы ты сделал, если бы мог владеть целой вселенной? Я бы собрал самые светлые умы во вселенной и заставил их работать над механическими пчелами. Японский бог, как же скучно. Хочешь помочь мне вернуть Security Breach, Фредди? Мед, а механические пчелы не могут умереть. Они могут. Конечно, тебе помогу. Именно поэтому моя идея гениальна. Ладно, тогда я спрошу еще, что ты употребляешь? Я реально мог бы грохнуть кого-нибудь здесь. Эй, алло! Но я этого не сделаю. Нет, не сделаю. Вовсе нет. Я не хочу этого делать. Окей, молодец. Но я мог бы это сделать. Мисс, могу я выйти в туалет? Я не знаю, можешь ли ты. Мисс, не надо брать меня на слабо. Я носу вам на пол. Я прямо сейчас это сделаю. Для меня нет ничего святого, уж поверь. Я просто хочу писать. Успокойся, это контрольная по грамматике ни на что не влияет. Ну мне прям очень надо, ну пожалуйста, пожалуйста. Пожалуй, я тебе не разрешу. Ну ладно. Что ты делаешь? Зачем ты залез на мой стол? А ну-ка перестань. Фу. Все, что я хотел сделать, это выйти в туалет. Но нет. С того самого дня я балансирую этой чертовой метлой на кончике своего пальца. Она конченная? Да, и чертовски сильная. Здоровяк, проложи нам дорогу через эти скалы. Двигаемся сквозь скалы. Продолжай, 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 мы все сдохнем. И... стой. Не боись, капитошка, мы очень легко все это починим.